Здравствуйте. Добрый день. Ну что это у вас, человек в машине сидит? А вы знаете, что это запрещено? А вы только что зачем его посадили? Скажите, пожалуйста. Я вам, пожалуйста, говорю, зачем вы нарушаете закон? Причем есть против, он не против. Вам запрещено это делать, как инспектору ГАИ. Вы знаете? Мне удобно здесь писать. Не, мало того, что удобно. Вам удобно и взятки там брать, вы знаете? Да, взятки я брал. Взятки. Ну, вот вы сидите, развозите, смотрите, у вас... Протокол. Я не развожу. Да, я вам объясню, смотрите, вот, посвящение документ. В одеяло человека, да. Лежат перед вами. Ну, я больше оставляю протокол. Трусите перед лицом человеком и рассказывайте, ну что, уважаемые, как давно вы нарушали? Инспектор, скажите мне, пожалуйста, почему вы человека, число не заполнено, в смысле, я запишу, пишу, написал свои данные. Ответьте на вопрос мне, почему вы сажаете человека в машину, когда это прямо запрещено, всеми приказами сейчас действующими? На каком основании вы нарушаете закон? Да не в руках, он вообще в машине не должен быть, не должен находиться, вы понимаете или нет? Это запрещено вам, для конспектора ГАИ. Да причем здесь вам это запрещено, он? Да причем здесь он против или нет? Вам это запрещено. Пожалуйста, не мешайте. Секундочку, не надо так делать. Скажите, почему вы без жилетки? Без жилетки, почему? Где ваша жилетка? Вы же инспектор ГАИ? Да. Почему без жилета вы на службу выходите? Оденьтесь, выйдите. Сейчас оденьтесь. Инспектор, нет, не сейчас, а сейчас же. Будьте любезны, пожалуйста. Человека освободите с заложников. Я в заложники не брал человека. Вы садитесь. Я взял вас это заложник. Типичный развод. Да. Типичный развод человека. Вы посадили человека. Право, дружище. Да, понимаете, нарушил он или не нарушил. Ну, дело не в этом, дело не в нарушении. Виталик, подъедь к человеку, пусть выходит с машины. Ну, объясни ему. Так будет лучше просто. Объясни ему. Выходите, работайте на улице. Жилетку оденьте, чтобы вас было видно. Жилет оденьте красиво. Напарника позовите, пусть тоже жилет оденет. Инспектор. Подойдите. Жилет, будьте любезны, оденьте по форме, оденьте. Вы сейчас не инспектор ГАИ. Извините, но жилетка не является формальным ордером. Я вас не извиню, вы нарушитель. Да. Вы нарушитель, да. Сейчас Виталя, да он, Виталя. Что вы творите? Человек нарушил право дружного движения. Серьезно да. Нарушил? Серьезно? Нет. А вы смотрите с ребенком, не местный. Объясните человеку. Да он ему пытался объяснить, только что на деньги пытался объяснить. Все страшно, да? Это выехал на полосу средства движения. Зафиксировано? Не местный. У вас есть доказательства по этому поводу? Здесь. Можно посмотреть? Здесь. Зачем я вам? Как это? Человеком посмотрим. Да, покажите. Да, давайте. Проблем. И жилетку оденьте сначала, чтобы стать инспектором ГАИ. Уйдите с дороги, пожалуйста. Инспектор, сойдите с дороги. Вы для меня сейчас просто оборотень. Оденьте жилетку. Оденьтесь по форме. По форме оденьтесь. А? Вон бензовоз у вас там. По форме оденьтесь. Вы за бензовозами как гоняете? Что ты говоришь? По форме оденьтесь. А? Бензовоз у вас там. По форме оденьтесь. Вы за бензовозами как гоняете? Что ты говоришь? Уйди нахуй, говори. Где жилетка наша, кухня? Почему привет. Без жилетки? Привет. Привет. Жилетку одень. Сейчас, жилетку, куда? Да. Без жилетки. Чуешь или нет? Где жилетка ваша, кубик? Почему привет. Без жилетки? Привет. Привет, да. Жилетку одень. Сейчас, одену. Жилетку куда? Да. Без жилетки. Чуешь или нет? Что происходит? Жилетку оба оденьте. Инспектор ваш только что вымогал от водителя деньги. Развод типичный. Типичный развод. А? Намекал. Типичный развод. Я намекал вам на деньги. Конечно. Хорошо. Типичный развод. Оба работаете без жилеток. Садите людей в машину. Зачем? Почему? Кто разрешил? Я не знаю. Вы видели? Конечно, видели. Я видел, что вы тут бежались, как лань бегаете. Одевайте жилетки и на напарника напяльте ее. Все, хорошо. Давайте. Саня, вы покажите человеку, он не согласен. Вы покажите ему нарушение. Оденьте жилетку. Саня, закончи делать работу, я потом понимаю. Все остальное. Сначала работу с человеком провести, одеть жилетку. Сначала закончить с ним, потом за бензовозом текать, прятаться по кустам. Потом. Сначала работа. По плохим кустам. Какие кусты? Зачем посадили водителя к себе в автомобиль? Это прямо запрещено всеми нынешними распоряжениями внутренними. Еще Ершов. Помните Ершова, которого уволили? Еще он издал указ. Запрещено прямо это делать. Почему нарушаете? Проверить направо 1.5 километра, левый поворот, кольцо прямо, до светофора направо и прямо пошли. До переезда. Это что значит? Левый поворот направо. Счастливого пути желаю, да? Спасибо. А? Инспектор, будьте любезны, пожалуйста. Я хочу узнать, как вас зовут, только и все. Поехали. Ну все, да, хотя бы секунду. Так стойте, куда вы, инспектора? Что вы текаете?
А ты на будущее, а ты на будущее, я тебе сразу говорю. Второй раз. Ребят, на будущее, да. Никогда, никогда не садись в машину, никогда. Я вас в видео видел. Давай, слушай, никогда. Ты тоже молодец, что не сказали, что я согласен. Документы никогда ему не отдавай, никогда. Не садитесь, спокойно сидите в машине. Помнишь, он тебя зачем повел? У нас в неделе то же самое было, мы так же самое ехали, остановились. Спокойненько, вы не местный, дорогу не знаете. Не выходите с машины, у вас дети, мало, им в голову все что угодно может прийти. Показал документы, вот так, принеси доказательства. Возле машины. Хотите протокол, возле машинки составим. Не надо к ним ходить. Все, счастливо вам добраться, ребята. Спасибо.